Сила, сила, золотая жила. Сила, сила. Если бы была таблетка. Слава и богатство, мои прерогативы. Сила, сила. Которая может дать тебе 5 минут. Читаю, как дышу, и только в этом моя сила. Чистой силы. И только в этом моя сила. Принял бы ты ее? Ты без понятия, кто я и каким тут боком. Но я должен найти источник. Любой ценой. Слушай мой голос. Разве я вру? Итак, проект Power. Наша цель проста. Всего-навсего новый виток эволюции человека. Приходилось их принимать. Она может дать тебе силу. Сделать тебя невидимкой. Пока не попробуешь, не узнаешь, в чем твоя сила. Ты толкаешь силу, так? Да. На улицах говорят о сверхспособностях, но не о том, что эта штука может убить. И какой у нас план? Он кое-что у меня взял. И должен вернуть. Кое-что? Или кое-кого? Эта дрянь разрывает город на части. И при чем тут твоя дочь? Как думаешь, где они взяли формулу? У них моя дочь. Мы могли бы действовать вместе. Что тебе нужно? Капсула еще при тебе. Заткни ушки от шума. Вот твоя сила. Сначала добьемся над ними контроля, потом превратим их в оружие. Власть и сила всегда достаются тем, кто и так их имеет. Они тестируют это на людях и думают всем плевать? Сами напросились. Я думала, мы типа Бэтмена и Робина. Мы не Бэтмен и Робин. Это не кино, а реальная жизнь. Пойдем вместе. Говори, где моя дочь? Держи! Я с этим покончу. Может, хочешь чего? Нет, я в норме. Ха, это я вижу.